Привет! Сегодня мы возвращаемся в такую игру, как Pokemon. Короче, когда мы последний раз играли, был только вроде больница и отель. Ну так вот. Так, дайте сяду. Поудобней. Так, ну так вот. Короче, это было давно, а сейчас, короче, добавили много чего. И последнюю главу, тюрьма. Школа назад. Назад сюда. Окей, бонус, что тут есть? Давай херелик, хиз, кристаллы. Отель. Давайте выберем нормально, потому что в тот раз, когда я играл, я вообще, типа, ну ничего не мог. О, привет, я вернулся. Короче, в него насрать. Мы это читали. Что с чувствительностью? Так, ну-ка, не громко. Блин, ну и чувствительность чуть-чуть. Говно. Так, ну пока мы никому не попали. Сука. Попались. Окей. Ладно, я не пойду за одну серию. Что это такое вообще? Это какие-то эффекты, что ли? Наверное, это какие-то эффекты. Так, ну мы тут были. Так, осталось 80 чем-то. Вон, сюда. Назад. А куда? Сюда. Что это? Что это за голова? Окей. Что тебе нужно от меня? Чудище. Сука, заело. Бесит. У меня оптимизация этой параши. Вон. Так. Фу-фу. Главное, чтобы та херь не взбила. Зажали. Ну, блин, это нечестно. Они не идут за мной, как в Dark Deception. Да, я шарю за Dark Deception. Они просто, типа, как хотят, так и обходят. Это как-то, ну, вполне может логично, но это неудобно. Это очень-очень неудобно. Капец. В оригинальном Dark Deception вроде бы их нужно 100 собрать, а тут их сразу 200 дают. Куда стоит?
Идите нахрен, их там будет. Ой. А мне похрен. Чё этот хрен-то там остался? Это нормально? Они могут потерять? Ладно, похрен, бежим просто. Чё стоять и ждать? Трудно. Капец, сука. Не глючит. Вот из-за того, что он глючит, вот я не знаю. Это игра такая, это не у меня там. Меня все тянет. Это просто вот это тут говнистое управление, во-первых. Чувствительность. Ну, Рил, если сейчас будет смотреть это видео Cartoon Cat и будет предъявлять, что типа это, они не лагают, там все это игра вообще, как всегда он это делает, то я знаю, я приду к нему домой, короче. Просто погостим, побеседуем об этой игре. Насколько она хороша. Так, тут парашу врубили. Какая-то чмо там. Давай, еще немного. Что это не дает? Идите нахер. Гостиница сегодня не работает. Нахер не ее бежал. Там где-то. Главного. Главное. Того второго хрена там не встретить. Было бы не очень. Скажем. Сука. Так, нужно как-то этих тварей обойти. Хозяка. Это еще фигня заседает. Тут какая-то параша еще будет. О-о-о-о-о-о! Не убивайте меня только. Вот что это дает? Ну ни хрена она не дает. Куда ты меня ведешь? Сосад. Есть.
Минус 3. Юху! О, дайте мне маны, маны дайте. Так, что у нас тут? Давайте это парашу повысим. Ну и все, в принципе, то чё. Госпиталь. А, второй уровень. Не знаю. Там, наверное, монстры одни и те же. Ты погружаешься еще глубже на следующий. Так, чё так быстро-то читать? Я это не умею. Нет, 2 года. Чего вы хотите? Ты еще что такое? Иди нахрен. Идет на меня еще. Ничего не, это, не почитала, сколько там противников. Неудобно. Еще открывать эту фигню. Это зомбячка на мне. Окей. Все главное, чтобы эта параша не выскакивала. То есть там из-за угла там эти ублюдки делают. Так, я тут был. Ну да. Ну, оно что-то вообще не стрёмное. А, хотел закрыть. Иди, давай, догони, догони. Ой, она идет за мной, иди. Бобик. Ой. О. Обижал ее, короче. Ой, не обижал, а обижал. Наш гир не умеет открывать. Здесь подруга это. Двери можешь не открывать. Не норм. Так. Тут мы ее встретили. Как раз таки тут она нам и не дала собрать кристальчики. Ладно, это изумруды вообще. Да. Ой-ой-ой, Бобик, иди сюда. Бобик. Вон она бежит. Ой, она легкая. Ее как-то жалко даже. Нахер они... Нахрен... Да ё-моё, не закрепляется. Нафига они сделали первую часть? Можно. А третью, ну, вообще язычная. То есть она тут, я так понимаю, одна. И... Ну, не знаю, она медленная очень.
Окей. О. Непон. Непон. Апон. Я просто там немного застрял. Опа. Где? Где мои изумруды? Где я? Опа. Назад. Ты уверен? А. Сюда, сюда. Так. Непон. Там получается куда-то сюда, что ли? Ох, куда? Чё? Куда? Окей. Я выиграл? Есть. Ну, блин, она легкая. Очень. Я не знаю, тут даже радоваться нечему. Ну, типа рил. Давайте школу. Там написано назад. После нее, ну окей. Вот и вновь на новом уровне. Короче, понятно. Агата будет с нами тут бегать. Точнее. Сука! Что это? А чё, в смысле? Сколько их тут? Я что-то хочу писать. Чё? Чё? Куда? Сколько их тут? Чё это за хрен? Я не знаю, как вот это может быть связано со школой. Телек, какой-то чел с телеком на башке, вместо головы точнее. Иди нахрен. А чё он может? Он шипит. Он, видимо, тут не один. Друзей позовет, отпинает меня еще. Мне прям за спиной ору. Сколько у вас тут? Брать. А, салаги. Пока я вижу, там их двое. Ой, короче, это будет трудно.
сука. Да сколько их тут? Телики грёбаные. Я не знаю, меня эта игра бесит тупо. Короче, мы прошли аж 2 уровня. Это прям победа. Я думаю, короче, тебе понравилось мое прохождение. Так что пока.